Для конкурса дети читают стихи. Меня зовут Тася. Мое стихотворение называется «Весна». Автор Соловьева. Ночь зимой, как черный кот, день, как серенькая мышь. Но весна, весна идет, звонко каплет с крыш. Уж морозы не сдержать, шумы радости ручьев. Стали птицы прилетать, звонче щебет воробьев. Исчезают май тишь, а теперь наоборот. Ночь, как серенькая мышь, день большой блестящий кот.